Сегодняшние депутатские слушания в городской думе были посвящены вопросам семьи и семейным ценностям. Городская администрация помогала ячейкам общества еще до того, как это стало мейнстримом. Но кое-какие вещи хабаровским ячейкам общества приходится возрождать самим. Вот, например, вы давно сидели за большим таким семейным столом. Мы сейчас немного послушаем, а затем спросим об этом у горожан. По статистике, 97% россиян считают главной ценностью в жизни свою семью и никак иначе. Но в 2015 году в Хабаровске на каждые 100 свадеб пришлось 58 разводов. И это при том, что молодым семьям, тем более молодым родителям в нашем городе помогают не только родственники. Со стороны города у нас еще до принятия государственной концепции есть программа, была и действует программа с 2008 года. Она называется «Социальная поддержка жителям города». Одним из блоков, целым разделом, идет как раз оказание помощи семьям. Обеспечение питанием в группах продленного дня, оплата проезда до спортивных и культурных объектов и многое другое в Хабаровске появились еще до принятия государственной концепции. Что-то мы утратили. Мы утратили какие-то традиции некоторые, которые были в нашей семье. Даже если мы перенесем на семьи наших родителей, наших бабушек. Помните, да, застолья большие, когда любые выходные дни в праздники собиралась семья. Но, к сожалению, это где-то утрачено. И действительно, шумное семейное застолье в настоящее время удается собрать далеко не в каждой ячейке общества. Ну, живу отдельно от родителей. Периодически, конечно, навещаю. Привет, пап. Ты как, говорить можешь сейчас? Ну все, извините, это уже дальше интимный разговор. Сейчас уже семья, можно сказать, распалась, все разъехались по разным городам. И поэтому происходит так, что собираются только по праздникам. А значит, надо чаще встречаться. Тем более есть повод. Все хабаровчане знают, что такое семейные ценности. А тут еще и пятница. Во-первых, это взаимопонимание. Конечно, должны быть и верность, и уважение. То есть, если не будет понимания, будут скандалы, будут ссоры, а это не есть хорошо. Эти и другие семейные ценности, возможно, будут помогать блюсти будущие депутаты. Сергей Щербаков, Илья Цапов для программы «Настоящее время».